Обстановка на реке Китой стабилизировалась. По словам специалистов службы ПГО и ЧС, сейчас идет стабильный спад уровня воды. И если в выходные дни максимальный уровень, зафиксированный на гидропосту в поселке Китой, был 371 сантиметр, то к утру сегодняшнего дня уже 288. Также мониторится у нас гидропост в населенном пункте Раздоле. Там спад начался раньше. Максимальная точка при увеличении уровня была 230 сантиметров, при критике 260, но на настоящий момент там уже уровень 150 сантиметров, то есть практически упало больше метра. Необходимо отметить, что Ангарскому округу прошедший циклон крупного ущерба не нанес. На территориях некоторых СНТ и в поселке Ивановка было введено ограничение движения транспорта.